Сказочная мастерская Колесникова покажет вам фильм о том, как покрасить пятак. Вот такой счастливый пятак. Это такая монетка. Она вылитая с бетона. И смотрите, чтобы она была красивая и интересная, она красится под мель. Есть такие краски, вот видите, они очень классные. Это, я не знаю, как перламутровый или их называется, медь, вон золото. И там и серебро есть, и вот этими красками мы пользуемся при покраске вот определенных работ. Ну, как бы идет под металлизацию. Ну, вот вы видели, пятак, он отливается с бетона, у нас есть форма. Лена его сделала сама, этого пятак, и мы заформовали формопластом. И теперь, смотрите, этот бетон покрасили обыкновенной черной акриловой краской. Акриловая краска очень стойкая, это делает фирма нам одна. Мы с ней работаем 20 лет, и там даже на этом этикетке портрет моей дочери. То есть это проверенная краска, 20-летие работы, подтвердили ее, ну ее там может чуть-чуть улучшается ну, при возможности. И самое интересное, вот этой акриловой краской можно красить черепицу. Есть завод в Николаеве, там, и он цементные черепицы красит акриловой краской. И они ну, выдерживают и ультрафиолет, и воду. Ну вот посмотрите, все очень просто. Сначала мы покрасили черной краской и прописали медью. Просто прописали, чтобы вот эта чернь выступала, ну как бы раковиной, потому что если слишком медно сделаем, то есть именно черная краска нужна для вот этого контраста. Ну, как бы не отливали мы монету, все равно есть раковинки, бетон, и они как бы работают на саму монету. То есть отсюда не получается, ну, как бы больше к металлу. И вот посмотрите, а теперь Лена берет и вот эти верха, которые, ну, отлиты, вот эта монета 5 копеек, вон, смотрите, подковы, сам пятак написано, она берет и набивает его золотом. То есть есть краска медная, а есть краска золотая. Видите, она желтая. Ну, вот как бы само золото тоже плохо работает, но вот у нас медью хорошо работает. То есть как бы вот этот медь красна, как бы делает ну, червоное золото, если так можно сказать. Или вот эти контрасты, они показывают объем монет. Вот смотрите, вроде бы все просто и прописали, глядите, вверха, и сделался пятак подписанный, и монетка пятак. Ну, остались подковы. Ну, сейчас посмотрим, что Лена придумает дальше. То есть у Лены колоссальный опыт, там уже 15-20 лет она живописью занимается, и вот техника работы с кистью, с красками позволяет ей делать неповторимые работы. Вот гляньте, видите, стала покраска вот этих вот, и даже можно от контрастности тоже работать, вот не все золото там сильно набивать. Вот она прописала какие-то вот выборочно прописала вон листочки, и сейчас посмотрим, что же она берет белый, а это, наверное, не белый, это серебро. Вот, видите, вы сейчас увидите серебро. Оно как бы на белую похоже, но на самом деле это серебро, оно тоже металлизация, то есть перламутр такой. И вот видите, вот эти вещи она набивает серебром. А при солнце вот эти краски, они начинают как бы светиться, играть и на солнце, и получается как блеск, как бы металлизация идет за счет, вот, ну, может там по технологиям какие-то лаки залиты сюда или основа определенно, но это акриловые фасадные краски, вот они только металлизированы. И видите, вот некоторые она под золото сделала, а вот именно подковы она сделала, что они металлические, то есть она их ну, червоные, ну как не золотом покрыла, а серебром. И вот они такие светлые, потому что все-таки подковы они металлизированы, то есть черные. Ну, не из дорогих материалов. Ну, вот видите, вот такая примерно работа. И, ну, сейчас где-то она, где-то погрешности есть, она немножко их подправит. Видите, где-то кисточкой проскочила. И вот, короче, вот такая вот работа по покраске пятака. А это вот те же технологии, вот так мы расписываем бордюры. Только здесь зелень продута, ну, и на коричневое, не на черное слово, а на коричневое сделано.
А это дракон, который, ну, как бы в кованых таких доспехах, и получается, ее покраска идет серебро. Такой белый, ну, серебряная краска, она такая белая, видите, и металлизация при солнце он весь как бы блестит. И на вот этой шее у нее находится герб. Вот такое дерево, как символ бесконечности. И здесь тоже вот и медь присутствует, и вот эти золотые там заклепочки. То есть вот такая вот работа. А это вот дракон в Краснодаре. Он все, что красное, это как бы тоже такая медная краска. И он, ну, играет, как будто с металла сделан. Такой вот дракон. А это рыба. Тоже много вот всего красного. Все, что блестит, желто-красное, это медь. И сам, смотрите, рыцарь, там, Дон Кихот или кто он там, он весь металлизацией идет. То есть применяется вот как бы покраска. То есть, ну, часто мы применяем, она усиливает вот эти все работы. И, ну, можно пользоваться. Ну, вот видите, готовый мишка такой, он робот-мишка, и тоже без этой краски никуда. А это, смотрите, в каких жестких условиях работает вот этот бетон, покрашенный такими красками.